Привет всем! Сегодня я хочу рассказать, показать свой виниловый бокс группы Witch Window General. Это компиляция из двух первых альбомов Death Penalty и Friends of Hell, вышедшие в 1981 и в 1982 году. У них еще есть третий альбом, вот, ну, он такой, уже записан в современное время, я думаю, не стоит на него обращать внимание. Вот, бокс вышел в 2010 году, вот, такой черненький бокс, с серебристым тиснением, логотипом, обложкой, вот. Давайте рассмотрим его поближе, посмотрим, что внутри. Итак, первый альбом Friends of Hell с культовой обложечкой, фотосессия Ню на фоне церкви. Вот, девушки тут, участники группы на заднем плане, строгие монахи стоят, вот задник. Посмотрим, что внутри конверта. Внутри мы имеем черный винил, проведен, скорее всего, мастеринг, потому что винил звучит сочно. Оригинал я не слышал. Вот. Это у нас второй альбом Death Penalty. Тоже фотосессия New, только уже на кладбище. Вот. Вот тут окровавленная девица. Она вроде и на первой фотосессии была, на обложке первого альбома. Винил тоже черный. Такими вот красочными яблоками. Вот. Внутри еще мы имеем буклет 20-страничный. Вот. Бокс я, в общем-то, не знаю, каким количеством вышел. Я думаю, 500 тысяч копий на дискоксе не указано. Вот эта девчонка, Джоан, которая в фотосессиях участвовала. Посмотрим буклетик. Вот такой шикарный буклет с текстами. Шрифт такой готический. Ну, у них и такая стилистика готическая, что на обложках, что в текстах песен. Вот вырезки с газет, статей. Вот сама фотосессия, когда вызвали полицейских. Ну, ребята начали фотографироваться с девчонками, участниками группы, то есть весело провели время. Вот. Все варианты фотографий, участники группы, участники. Качественные фотографии, очень приятно это рассматривать все, то есть это уже историческое все такое дело. Вот разворотик. Это репетиции, концертные фотографии. Вот афиши, участники. Это вот уже статьи из газет о их фотосессии безобразной, как писали здесь. Вот это девчуля. Вот. Тоже вырезки из газет. Вот эта футболка их туровая. Вот. Ну, отличный буклет. Прям то, что надо. В общем, рекомендую всем с этой группой ознакомиться. Отличный бокс. Я его нашел на дискоксе у покупателя из России. То есть у меня с доставкой, у меня он обошелся 4500 рублей. Ну а вообще средняя цена его от 70 до 100 баксов. Это не учитывая доставку. Так что если попадется такой бокс, рекомендую приобрести. Потому что группа культовая, музыка у них очень крутая. Вот. Спасибо всем, всего хорошего.